В России появится реестр недобросовестных подрядчиков. В него будут вносить тех, кого уличили в сговорах. Об этом заявил замначальника управления по борьбе с картелями антимонопольной службы России. Реестр из участников картельных сговоров, те участники рынка, вину которых мы доказали, что они являются участниками картельных сговоров, будут попадать в этот реестр. Таким компаниям ограничат возможность участвовать в аукционах. Также стало известно, что завершено дело о сговоре регоператора по капремонту. Завершено дело по нарушениям статьи 17 закона между рекоператором и жилкомсервисом, когда проводились торги по отбору компаний, которые будут устанавливать лифты. Антимонопольный орган признал это антиконкурентным соглашением. Дело антимонопольщиков рекоператор пытается оспорить в арбитражном суде, но ФАС верит, что Фемидов встанет на их сторону.